Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Мотосезон в Кирове открыли не только рядовые байкеры, но и байкеры в погонах мотовзвод ДПС. Напомню, что 4 патрульных мотоцикла BMW были приобретены для дорожных полицейских в 2013 году. По традиции они ориентированы на пресечение нарушений, которые допускают мотоциклисты, а также на оперативное прибытие к месту серьезного ДТП. Трасса 101. Новые автомобили к концу этого года могут подорожать еще в среднем на 100 тысяч рублей. К примеру, по словам экспертов, начальный ценник самой популярной легковушки «Лада Гранта» может приблизиться к отметке в 570 тысяч рублей. Сейчас она стоит минимум 520 тысяч. Причин для роста цен несколько. Это и подорожание комплектующих, в первую очередь электронных компонентов, и ослабление рубля, и резкий рост спроса на автомобили после неудачного для автопроизводителей 2020 года. Трасса 101. Новое поколение Toyota Land Cruiser, которое получит индекс 300, представят в конце мая, начале июня. Японцы наложили запрет на распространение какой-либо информации о новинке. Но все равно в сеть попали и многочисленные шпионские снимки внедорожника, и кое-какие данные. Известно, в частности, что у автомобиля будет иная передняя часть с массивными решеткой радиатора и бампером, а также узкими светодиодными фарами. В линейку моторов войдет 6-цилиндровый 420-сильный бензиновый агрегат объемом 3,5 литра. Добавлю, цены на новый Land Cruiser 200 начинаются сейчас почти от 5,5 миллионов рублей. Трасса 101. Власти Москвы озвучили самое опасное время для пешеходов – с 10 утра до 2 часов дня. В это время происходит основная масса наездов автомобилей на пеших граждан, причем каждый четвертый из них погибает. Что касается наиболее аварийного времени суток в российской столице вообще, то это промежуток с 9 вечера до 2 часов ночи. Трасса 101. Артист Тимати купил своему полуторагодовалому сыну Lamborghini Aventador. Спорткар обошелся ему то ли в 20, то ли в 30 миллионов рублей. СМИ приводят разные цифры. Машина выпущена тиражом всего 800 экземпляров. 12-цилиндровый 770-сильный мотор разгоняет ее до сотни менее чем за 3 секунды. Многие пользователи соцсетей упрекнули рэпера в том, что за те же деньги он мог бы осчастливить не одного, а тысячи детей из детских домов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.